Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня будет очередное видео в рубрике про микросферы, их уникальные свойства. Кстати, для новых зрителей скажу, и кто не в теме, кто невнимательно меня слушал в других видео. Ближе к концу этого видео я поясню вам, как работают эти микросферы, что они из себя представляют с точки зрения физики. Напомню лишь сейчас то, что они еще в советской медицине применялись с 70-х годов в ожоговых центрах. Ну а теперь, что будет в этом видео? Вначале я вам зачитаю некоторые отзывы, вот только лишь из-под последнего видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там просто фантастическая информация. Без преувеличения. Ну а вперемешку я поставлю два новых видео отзыва наших пользователей, ну, соответственно, покупателей. Итак, я постоянно говорю в своих видео о том, что изделия из микросфер действуют вот таким феноменальным порой образом, положительно на здоровье влияют, ну, примерно у 50-60% людей. Не у всех. Не все люди ощущают положительные явные изменения со своим здоровьем быстро. Ну, от применение изделий с микросферами. Но вот послушайте сейчас отзыв и переписку даже, я бы сказал. И после я прокомментирую. Пишет Виктор М. Еще раз, под последним видео все, что я сейчас буду зачитывать, только лишь из-под последнего видео о микросферах. Так, недавно еще заметил такое действие от микросфер. Недавно переболел, но остался суховатый кашель. Так как я сплю с повязкой из-за тазобедренных суставов, то как-то ночью, перевернувшись на спину, положил повязку на грудь. Уснул, не знаю насколько, но проснувшись, я начал откашливать мокроту. На следующий день днем снова сухой кашель. Ночью попробовал снова положить на грудь повязку и снова проснулся через некоторое время и начал откашливать мокроту. А суставы тазобедренные, которые ныли у меня, больше не ноют. Но я спал с микросферами месяца 2-3, наверное. Очень классная штука эти микросферы, я прям очень доволен. И вот под этим отзывом пишет, ну просто зрительница такая же, Наталья, пишет вот Виктору, спрашивает, а вначале долго ничего не испытывали? И вот его ответ Виктора, Натальи. Внимание, о чем я говорю, вот сейчас будут важные выводы из этого. Когда купил, пишет Виктор, месяца 2 вообще никаких эффектов не было, не замечал. Даже под каким-то видео старым про микросферы уже писал, что для меня это оказалось бесполезной покупкой. Вот себя видите в этом или нет? Далее. После пары месяцев случилось лето, и я вообще забросил эту повязку, так как с нее потеешь. Ну, понятно, она же нагревает тело, да. Но потом разболелся левый тазобедренный сустав, и я начал с ней спать. И тогда уже начал замечать эффект. Как я уже говорил, примерно 50-60% видят результат, остальные не видят. Но вот сколько из этих оставшихся, скажем, 40%, кто не видит, вот таких людей, как вот Виктор, которые просто попользовались какое-то время, не увидели моментальных изменений, которые, может быть, ожидали, и бросили эту повязку. И потом случайно стали пользоваться, ну или не случайно, и увидели эффект. Очень много. А представьте теперь, сколько людей, которые увидят, что результатов нет сразу, которых они ожидали, на которые надеялись, бросили и не стали вновь возвращаться к ним. А вот таких-то большинство. И поэтому на самом-то деле не 50-60% людей видят или могли бы видеть положительные результаты со здоровьем, а я думаю, процентов 80-90, может и больше. Понимаете, действуют микросферы в любом случае положительно, в любом случае. Просто относительно здоровый человек это не видит или на какие-то, ну, явные, на что рассчитывал человек, так сказать, проблемы свои вот нет, по этим проблемам изменений положительных, но какие-то другие есть. Ну а участие людей, конечно, есть феноменальные, вот как в прошлом видео, когда даже у девочек-близняшек микроцефалия мозга, врачи диагноз сняли, я подчеркиваю, из детдома там просто святые люди, вот действительно просто поражаешься, посмотрите видео даже ради этого, взяли детей больных, маленьких, там года полтора им было вроде, с детского дома, а у них микроцефалия мозга и много других болезней. Так вот, как у них это, как родители эти сами рассказывают. То есть, понимаете, что это истина абсолютная? Абсолютная. Потому что вот есть такие еще единичные люди, которые думают, что это все вранье. Это какими надо быть мразями, чтобы такое, так врать на таком, на святом, что называется, да? Ну, по себе, видимо, они подонки судят. Ну, а теперь первый из двух роликов посмотрите. Там была серьезная проблема. После аварии у женщины с голеностопными суставами и отеки, и ноги болели. Что произошло после микросфер? Ну, вот посмотрите, что сама женщина, сама пациентка рассказывает. И, кстати, насчет тяжести после еды. Вот обратите и на этот момент внимание, когда люди кладут подушки на живот, таких тысячи отзывов, тысячи. как улучшается пищеварение, тяжесть уходит в животе, в желудке, в кишечнике. Вот. И это очень характерно. Я думаю, вот это процентов у 95-99 людей. То есть это абсолютно точно, я замечал всегда. И люди это подтверждают. Но это простое, это примитив. Так, смотрим. Всем привет, меня зовут Алтана, проживаю я в Москве. Сегодня я хочу рассказать об изделиях с микросферами. У меня тапочки и повязки для ног. Их у меня 2 штуки. Вот на одной я из них сижу, получаю терапевтический эффект. Я в течение, наверное, еще дней 3 поизучала все вот отзывы, информацию почитала, где производится, из чего и как и так далее. Но, тем не менее, я прям решила их купить и начала именно с тапочек, так как у меня были проблемы с голеностопными суставами. В 2013 году получила серьезные проблемы после аварии, поэтому приходится так вот уделять внимание своему здоровью. Я их и на работу носила, и домой приносила. Я их очень бережно носила, так как я прям ощутила вот невероятнейшие результаты после применения, особенно после ночных. Да, вот ночью я надевала ее, эти тапочки, но по сей день я их надеваю. Повязочку также надеваю на ногу. У меня эффект тяжелых ног, то есть прям отечные ноги, болят ноги. И после того, как я в них похожу, у меня ножки прям вот как такие легкие, как воздушные пушиночки. Вот, ни отека, ничего. Эти повязки очень универсальные. И я также, то есть на любой участок тела, особенно когда мы поедим, допустим, да, покушаем, я вот прям на область вот сюда вот прям накладываю, прикладываю, и все, и сижу. И чувствую, что прям очень-очень легче и проще там идет пищеварительные вот эти вот моменты. Результаты на сегодняшний день стабильные. Вот у моей семьи, если в целом брать, много у кого чего там есть. Коллеги мои, знакомые тоже отечки приобрели. И все не нарадуются, все в восторге от того, как это все воздействует. Мягко, эффективно, безболезненно. Я лично рада тому, что вообще существуют такие вот изделия и есть на рынке. Поэтому носите, покупайте, используйте, не бойтесь. У меня проблема-то с суставами давняя, поэтому не надо бояться, что на давние проблемы результата, эффекта не будет. Будет еще как будет, просто нужно... У кого-то это бывает попозже, у кого-то побыстрее. В данном случае у меня был эффект быстрый. И я прям мужу говорю, что прям вообще очень-очень суперские изделия. Надо бы еще побольше взять. Вот. Так что эффект тяжелых ног уходит. С суставами у меня все меньше и меньше проблем. Вот. Ну так. Я рада, всем желаю хорошего дня и приятных покупок. Кстати, что касается вообще суставов, вот здесь, наверное, не знаю, на 1-м или на 2-м месте по улучшению, изменению, ну, процентов, наверное, тоже за 90 людей однозначно видят положительные изменения с суставами. Ну, например, мать моей жены тоже видит, просто у нее проблемы с суставами, а 100% результат есть. Ну, я советую, конечно, мазать еще обязательно больные суставы гелем для суставов и для кожи, и для мышц, ну он же. Но там главное действие – это регенерация хрящевой ткани межсуставной жидкости. Это производит одна лаборатория Новосибирского академгородка, мы совместно. Посмотрите это видео, оставлю тоже по ссылке в описании. Вот про этот уникальный гель для суставов. Ну и на товар тоже как купить оставлю ссылку. Разумеется, будет ссылка, как купить вот эти микросферы, изделия с ними, прям в самом верху. Теперь что еще хочу сказать. Много отзывов пришло даже под это видео. Сейчас я вам озвучу про что. Про снижение холестерина, повышенного плохого холестерина в крови после использования изделий из микросфер. И многие люди просто это не замечают, ну или анализы не сдают. А вот тут решили после последнего видео некоторые проверить, или вспомнили, поняли, что действительно у меня же уменьшился плохой холестерин. Итак, сейчас зачитаю характерные письма, но вначале Послушайте, что представляют из себя микросферы и как они работают. Только послушайте перед этим объяснением маленькое письмо, 2 слова. Роман Ра написал: «Греет хорошо». Точно. И вот тут-то заключается определенный нюанс. Внутри каждого изделия находятся миллионы микроскопических шариков полых внутри. Они состоят из натриевого боросиликатного стекла с аморфным диоксидом кремния. Внимание! Аналогов этим изделиям нет, можете не искать. Все, что возможно найти, там покрыто либо силиконовым покрытием, чтобы они не магнитились друг к другу, либо из быстро разрушающихся иных материалов. Эти же изделия практически вечны, срок их службы не ограничен, если только вы не разорвете эти изделия и не высыпете данные микросферы. А принцип работы очень прост, по крайней мере то, что известно с точки зрения физики. Всем известно, что любой живой биологический организм, все теплокровные животные, в том числе человек, являются мощным источником теплового излучения тела. В процессе жизнедеятельности организм человека тоже излучает инфракрасные волны, ну или, просто говоря, тепло, о чем свидетельствует температура тела. Все это мы с вами прекрасно понимаем. Так вот, микросферы отражают эти волны. Это тепло человека, в него же отражают. Таким образом, полезное инфракрасное излучение возвращается обратно в организм в неизменном виде. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом, только источником служит не какой-то электрический прибор с его электромагнитным излучением, который генерирует в том числе тепло, а свое собственное тело, которое с помощью наших изделий получает тепловую волну назад в неизменном виде. И это абсолютно безопасно и естественно, ну так как это наше собственное тепло. Так вот, за счет такого эффекта происходит повышение температуры подкожных слоев тела, где лежат эти изделия на вашем теле, будь то подушка, любая повязка, тапочки или на шлемник, или целая капсула, куда помещается человек целиком, поднимается на 1-2 градуса. Это местное подкожное повышение температуры и тканей, находящихся под кожей, вызывает местные термоизоляционные реакции, в результате чего увеличивается и улучшается циркуляция в тканях и сосудах крови, лимфы, происходит увеличение локального подкожного кровотока, венозного оттока, повышается проницаемость сосудов, что способствует удалению продуктов распада клеток, и, соответственно, клетки пораженных органов и тканей начинают восстанавливаться. Таким образом происходит регенерация тканей, восстанавливаются пораженные органы и ткани в целом. Есть здесь и другой эффект, который научно доказать пока не получается. По сути, это то, о чем говорил академик Горяев, ныне, к сожалению, покойный. Это волновой эффект. Это не только отражение теплового излучения нашего тела. Это и отражение той изначальной программы, матрицы, если хотите, голограммы, того образа, который есть в нас, заложенный от природы, от прародителей, образа здоровья. Ведь изначально в нас программа, она никуда не девается, естественно, направлена на здоровье, иначе вида человеческого просто бы не было. Если бы изначальная программа была на болезнь, установка. Так вот, каким-то образом запускается и эта программа. Да, хочу сразу предупредить, не пишите, кто захочет, такие глупости про алюминиевую фольгу, еще про что-то там. Греть-то может что угодно, он батарея может, радиатор греть. Правильно? Вас может греть. Теплый пол можете лечь на него, он будет вас греть. Но почему-то не будет после этого таких поразительных, феноменальных изменений, улучшений здоровья. Дело-то здесь не только в нагреве и не столько в нагреве. Ну да ладно. Ну и, конечно, я здесь подчеркну, потому что много людей невнимательных. И я в 3 местах в каждом видео говорю, как купить изделия из микросфер. А пишут всегда, без исключения, где, как купить. Итак, прямо под этим видео будет ссылка. Вот посмотрите. Вот первых 5, давайте я зачитаю. Купить эти микросферы здесь. Нажимаете, попадаете на страничку. Там, внимание, более 30 видов изделий с микросферами. Не одна, а 3 странички. Там внизу есть циферка 2, переключиться на 2-ю страничку, и 3 в этом разделе. И вы покупаете, что хотите, мы отправляем в любые города России, страны мира. Кстати, в конце этого видео 2-минутный будет сюжет, где подробно сказано, как купить и как даже за границу отправляем. Так, 2-й пункт. Защитные чехлы для микросфер купить здесь. Дело в том, что микросферы находятся в таком полиэстеровом чехле, плотном, чтобы его нельзя было прорвать, и даже кошки его процарапать не могут. Это, ну, безопасность, это необходимость. Но это не гигиенично. Тем более там человек к телу прижимает, может быть, пот и так далее. Спрашивают многие, можно через майку, там через ХБ? Можно. Но мы сделали специальные защитные чехлы практически для всех видов изделий из микросфер. То есть теперь, например, подушка, к ней наволочка, ну и так далее. В общем, отдельный раздел «Защитные чехлы для микросфер. Смотрите внимательно, там тоже, по-моему, несколько страничек. Третий сверху пункт. Все видео о этих микросферах тут. То есть в этом разделе, плейлисте по-другому, более 15 видео про изделия с микросферами. Посмотрите, я очень вам советую, не потеряете время, а приобретете его, потому что вы многое поймете. Там сотни видео отзывов и тысячи писем. Ну, четвертый пункт я всегда вставляю, это отзывы о наших товарах, можете почитать. И пятый пункт, это другие отзывы о наших товарах, это под товарами, где люди пишут, не в раздел отзывы, а под каким-то одним, другим, десятым товаром. Тоже очень интересно, рекомендую почитать. Ну а теперь про снижение холестерина. Итак, пишет Светлана Мишина, вот тоже, напоминаю, из-под последнего видео я скопировал это сегодня утром, когда готовил этот материал. Ого! Прям по ходу видео хочу написать о том, что и у меня холестерин стал в норме 5, а был в течение 3 лет 6,8, прописывали статины. И у меня атеросклероз нашли. Я тоже удивилась последним анализом. Был просто общий медосмотр на работе, еще подумала, а с чего бы это? Тоже питание кардинально не меняло. Не связывала это с микросферами, а может и надо было бы. Так как сплю на подушке уже 10 месяцев и время от времени надеваю повязку на глаза. Ну супер, если это так. И вот дальше ей пишет уже в переписке Наталья. Первые 10 месяцев чувствовали какие-нибудь изменения? А Светлана Мишина ей отвечает, Наталья. Дело в том, что у меня не было никаких явных жалоб, ну, проблем со здоровьем. Пользовалась как бы для профилактики. Это, кстати, очень разумно и правильно. Ну, зачем ждать, пока есть болезни? Но заметила, что спать стало меньше по времени. Просыпаюсь в 5-6 утра и при этом чувствую себя бодрой, а не вялой. Вот это, дорогие товарищи, я вам скажу, тоже тысячи людей это замечают и пишут. Это энергия. Почему, как там, тоже все с точки зрения физики более-менее понятно, как это происходит, как это работает. Ну а теперь посмотрите еще один видеоролик. Женщина там говорит про то, что очень тоже характерно, очень, для тысяч людей. Головные боли сразу прошли от применение шапочки с микросферами. Кстати, очень важный момент, очень важный. Ну, я вам скажу, это после просмотра. Смотрите. Я стала использовать микросферы 13 июня. Приобрела. Вот. Для глаз маска, переход на ноги и шапку. У меня бывает всегда, часто даже, головная боль по 2 раза в месяц. Вот. Я стала одевать шапочку, у меня сразу прямо стала проходить боль. Что странно, какие-то вот процессы. Еще до этого у меня были боли в ухе, то ли звон, непонятно, вот такие вот боли. Когда я стала пользоваться наушники беспроводные, вот. Потом перестала пользоваться, и после вот шапки, как я стала пользоваться, у меня перестало и ухо болеть. Еще у меня проблемы с ногами. Тоже, когда я стала первый раз пользоваться, я такая рада была, прямо такой вот шуршание внутри вот происходило. Это просто необъяснимо. И я теперь всегда каждый вечер пользуюсь этими микросферами. Сплю в шапке, головные боли прошли. Как чуть-чуть начинается, и сразу шапку. Я даже иногда на работе беру сам. Иногда все спрашивают, что это у вас? Я говорю, да это у меня шапка такая, проходит головные боли. Маска тоже всегда ее беру с собой на всякий случай, когда вот болит. Вот. Естественно, для ног я уже вечером дома всегда. Как прихожу домой, у меня я стараюсь вот одевать, стараюсь тоже засыпать. Под утром, конечно, уже шапка у меня отходит с головы. Я очень довольна. Вот теперь приобрела подушку, папи там, тапочки. Что еще там, много чего еще я приобрела. И вот хочу еще брать еще матрас, и еще я для груди тоже вот приобрела сегодня, потому что я заметила, после чего стала пользоваться вот этот микросферой, у меня в груди стало мягче. Купила, решила спать на повязке для ног на спине. Я в тот вечер просто вспотела. Мокрая была, такой степени, что я 2 раза ночью я поменяла вещи. Вот, я проснулась утром, так хорошо чувствовала себя. Потом я поняла, смотрела всякие видеоролики, все это у меня прошло, никакие боли. Да, всю жизнь у меня бывает перед критическими днями боль ниже живота, всегда. Вот, и этот раз у меня все это гладко прошло, потом прошло следующей менструации. Через уже, как обычно, на 26-й день у меня все регулировалось, И теперь все нормально. А теперь что я вам хотел сказать? Вот про беспроводные наушники. Вы слышали, услышали такой момент, запомнили? Что вот некоторые люди это просто не чувствуют. Вот есть метеозависимые люди, а есть те, кто очень тонко ощущают воздействие электромагнитных полей, Wi-Fi и вообще СВЧ-ВЧ источников излучения. Это очень вредно. Несмотря на то, что одни люди вот физически это чувствуют, другие нет. Напомню, есть учебник Минина. В 1974 году, почти 50 лет назад, был опубликован про электромагнитную безопасность. Так вот, под этим видео я тоже вам оставлю, знаете на что, ссылку? На плейлист, где все видео, более 15, там штук 20, про вред СВЧ-ВЧ излучение, что с этим делать. Но вот женщина тут сказала о чем? Боли в голове были, правильно? Но это я к слову, поскольку речь шла про... боль в голове при применении беспроводных наушников. Ладно. Ну и в завершение, дорогие товарищи, давайте еще буквально несколько комментариев тоже из-под последнего видео. Наталья Свиридонова. Юрий Андреевич, низкий поклон вам за ваш труд. По микросферам в прошлом году в августе купила 2 повязки. Универсальные. Повязку для глаз, шлем, тапки. Очень довольна. На ночь повязку одну ложила. Ну, я зачитываю как есть. Исправлю, не обижайтесь, Наталья. Клала. Надо говорить клала. Под спину. Ложила, такого нет слова в русском языке. Другую на живот. Спина сказала спасибо, стало легче. ЖКТ тоже стало лучше. Купила большую подушку и большое одеяло. Лучше в голове, настроение, самочувствие. Дочери отдала большую подушку. Она вначале ворчала, что неудобно. Но у меня жена тоже, кстати, ворчит. Они же быстро твердеют. Почему тоже физический принцип описывал, что с этим делать, чтобы они опять стали мягкие. Но теперь не отдает. Куплю вторую. Микросферы работают. Просто у всех по-разному. В общем, как и все другое. Всем добра. А теперь, дорогие товарищи, давайте послушайте, как я обещал в начале видео, вот что в конце скажу про это, да? Мое пояснение о том, я должен сказать, что не у всех есть такие результаты, которые вы в видео слышите, порой феноменальные. Послушайте, да. У 50-60% людей, кто начинает пользоваться этими изделиями с микросферами, так вот есть такие уникальные порой результаты, иногда за считанные какие-то минуты, фантастическими кажущиеся. Но это правда, это так есть. Но у процентов 40-50 людей нет таких результатов. Или, по крайней мере, они... невидимы, неощутимы и неощутимы сразу. Часть людей из этих 40-50%, если продолжают только пользоваться изделиями с микросферами, результаты становятся видны где-то там месяцев через 7-8, и об этом люди писали, у кого-то даже через год. Но уже то, и даже если бы у 5%, даже у 1% людей вот такие без прикладывания-то усилий, великолепные есть результаты, это уже стоит того, чтобы применять. А здесь результативность немыслимая, колоссальная, то есть более чем каждый второй человек видит эти результаты. Я уверен, что если бы люди не ленились и каждый день использовали эти изделия, то процент был несоизмеримо выше. Но люди в основном ленивы и, понятно, недоверчивы. Потому что, конечно, за последние 30 лет обманывали людей многократно. Ну вот потому я и снимаю по данной теме такие показательные видео. То есть те же люди, такие же, как и вы, покупатели, мои зрители, смотрели, приобретали и вот сами писали, а иногда видео снимали о своих результатах, чтобы поделиться этой радостью своей с другими. И еще многим людям, ну, неприятно слышать, что действительно стоящие, уникальные вещи, изделия в данном случае, которые могут и помогают людям, вот некоторые люди считают, что это все обман. И вот поэтому люди нам бескорыстно помогают, снимают и такие сюжеты, и пишут вот эти комментарии по зову сердца, в знак благодарности. Итак, вы послушали. Ну, еще раз скажу. На самом деле, все-таки результативность гораздо выше 50-60%, потому что просто некоторые люди несколько дней попользуются, видят результатов никаких вроде, ну и они забрасывают. Вот и это надо учитывать, а мы это в статистике не учитывали. Так, Рома Левченко. И у меня холестерин снизился до 5 с 6,4, и самочувствие улучшилось после ношения микросфер. Огромное вам спасибо. Коплю теперь деньги на Т8 экстра, это такие полипринолы, мощные антиоксиданты из пихтовой хвои добываются, которые концентрируются. Это целая линейка есть. Ну, ссылку оставим, в общем. Причем Рома пишет со школьных обедов, то есть даже школьник. Ну, вот представьте, что творится, что сейчас у школьников даже наблюдается то, что в советское время вообще не было ни у одного повышенный холестерин плохой в крови в таком возрасте. Но сейчас вообще, я говорю же, болезни молодеют. И удивительно, здесь нет ничего. Знаете, что посмотреть обязательно? Я вообще под видео оставляю под красным знаком восклицания самые акценты, важные видео. И там есть такой, по-моему, про онкологию, может быть, 7 причин рака. Вот 7 причин рака. Вообще говоря, о любых болезнях, вот есть 7 глобальных причин вот сейчас, почему болезни стали и молодеть, какие факторы добавились, которых не было 30-40, тем более там про бабушек любят вспоминать, но забудьте про бабушек. Поэтому мне пришлось даже для невменяемых людей сделать видео, которое называется «Дед пил, курил, ел все подряд и прожил 95 лет». А вы-то тут при чем? То есть дед-то жил так и мог прожить, а вы не проживете. Неужели это непонятно почему? Ну, вот для таких я сделал даже видео такое. Так, придется тоже ссылку оставить. Ну, а теперь послушайте двухминутную мою рекламу, не чужую какую-то, а мою, моих товаров и изделий. И тут будет пояснение, как мы отправляем, в том числе за границу. Ну, в общем, послушайте, там много интересного. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт natgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела «Отзывы» и «Новинки», ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет: измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.